Но разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам, не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства делать это? Разве справедливо забраться к нам вот в подбрюшье совсем, скажем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо? И право, и на все принципы международного права и устава ООН. Финансируя переворот в другой стране, в данном случае на Украине, и подтолкнув ситуацию к ее развитию в направлении горячей фазы. Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности? А разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет. И мы хотим поменять эту ситуацию.